Много экскурсий мы видели. Много японцев. И вот что интересно, вот кому я не подходил, никто мне не ответил по-английски. С немцем поговорил он по-немецки, с французом он по-французски. И только вот девушку русскоязычную мы встретили, но она тоже не знала, кого ждут. И вот отель «De Ville». Обалдеть, да что ж, смотри, сравнить парижский отель «De Ville» и люксембургский, это просто, я думал, что это здание библиотеки. А это мэрия. Обалдеть. С двумя львами, но такая она просто простейшая. Класс. Вот площадь чуть вдалеке от Нотр-Дама. Это остров Сите, да? Вот такой вот отель «De Ville». Городской отель. Просто что-то нереальное. Нереальный дворец. С задней стороны собора вот мы пришли к памятнику великой герцогине Шарлотте. Небольшая такая площадь. Здесь так тихо. Просто невероятно тихо. Здесь все можно обойти за полдня. Дворец великих герцогов. Я так понимаю, сейчас здесь заседает правительство. Написано «Chambre des députés». И очень много украинских флагов. Вот возле парламента, я так понимаю, флаг Евросоюза, люксембургский и украинский флаг. Красивый дворец. А напротив дом шоколада. Класс. Напротив дом шоколада. Ну, люксембургский шоколад, наверное, тоже знаменит. Как и брюссельский, как и бельгийский. Люди кого-то ждут. Скорее всего, кто-то будет сейчас выезжать, потому что экскорт готовится, и люди вот стоят, кого-то ждут. Не стали мы дожидаться выезда царских особ. Начал капать дождик. Мы сразу пришли на площадь Гийома II с его монументом. Площадь тоже небольшая, не очень помпезная. Опять наш флаг развивается. И с этой стороны опять вид на собор брюссельской. Ой, какой брюссельской? Что-то у меня вообще сегодня не очень. Люксембургской Богоматери. Красивые здесь домики такие. Тут такая галерея небольшая. И это какое-то чудо. Огромные крабы, лобстеры, креветки, мидии. Вот такой вот магазинчик. Рыба в ассортименте. О, гребешок цветной. Такая прикольная мини-галерея с подвешенным вот таким товарищем. Винный магазинчик с сырами. И куда мы вышли? Вышли в другой переходик. Здесь все так рядышком-рядышком. Красивые улочки, красивые здания. Все очень чисто и аккуратно оформлено. Какая-то картинная галерея. Красивое здание, где можно купить вдову Клико.
Почем вдова Клико? Так, нужно брать вдову Клико. Очень красивый магазин. И мы сейчас здесь ее купим. Сен-Тропе. Смотри, вдова Клико. Смотри. Рим, Сен-Тропе, Флоренция, Марбелья, Порту, Прага, Ибица, Гонконг, Малага. Обалдеть! Что у нас здесь? Макароны. Красиво оформлены магазины. Такие вот здания. Ура! Мы нашли красную икру. И здесь можно купить фуа-гра и с трюфелями, и без. И вот к ним продается фиговый конфитюр. Это из инжира. И вообще обалденный такой магазинчик, где мы сейчас будем покупать. Ой, какие тут обалденные эклеры. Одуреть можно просто с этой красоты. Там эклеры, а здесь рыба, анчоусы. В принципе, можно собрать себе салатик вот такой. Одуреть, какой салатик оливье. Очень круто.